2021 году Тюменский государственный институт культуры отмечает свой 30-летний юбилей. Фонд научной библиотеки ежегодно пополняется новыми печатными изданиями. Это учебники, учебные пособия, нотные, научные и художественные издания. На выставке представлены новые книги по следующим учебным дисциплинам. История музыкального образования, книга Бодиной «История музыкальной педагогики» от Платона до Ковалевского, Герцман «Музыкально-педагогические системы», «Античная музыкальная педагогика», учебное пособие, «История и теория музыки», «Демченко и теория истории музыки», «Музыка второй половины 20-го, начала 21 века», «История современной музыки», «Музыкальная культура Америки 20 века», «Музыкальное обучение и воспитание школьников Байбородова», «Преподавание музыки в начальной школе». Также представлены нотные издания «Дубравин. Сочинение. Обработка для смешанного хора», «Гречанинов», «Калинников», «Кюри», «Чайковский. Антология русской хоровой музыки 19-го, начала 20 века», «Клавир» Чайковского и Иоланта. Приглашаем преподавателей и студентов посетить нашу выставку «Новых поступлений».